«Добрый шкаф» распахнул свои двери на 12 площадках округа. Благотворительную акцию уже третий год организовывают волонтеры для того, чтобы помочь нуждающимся вещами. Зародился проект в парке «Наташинские пруды». Этот пункт сбора уже стал излюбленным. Сюда жители принесли игрушки, книжки, обувь, мужскую, женскую, детскую и верхнюю одежду. Главное условие – все вещи должны быть в хорошем состоянии. Не надо приносить скоропортящиеся, например, продукты питания, потому что они могут испортиться до тех пор, пока не доедут. Да? Не надо приносить сломанные игрушки. Нужно приносить такие вещи, которые вы бы сами еще тоже могли бы использовать, но они там вам надоели. Собирается все в огромных количествах. Вот, в одну машину уже в «Газель» не влезает по опыту вот, предыдущих акций. Очень здорово, что жители округа участвуют в этом. И у нас с каждым разом все больше площадок. Все собранные вещи отправились в благотворительный фонд «Добрые люди». Оттуда их распределяют по соответствующим организациям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и в детские дома по всей России. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.